Депутаты областной думы поддержали инициативу главы региона. Парламентарии приняли областной закон о порядке предоставления гражданами, претендующими на муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатору. Изучить благосостояние подчиненных, их супруг и детей Павел Коньков теперь сможет лично. Сведения в правительство региона будут предоставляться ежегодно, не позднее 30 апреля. До сих пор депутаты представительных органов муниципальных образований и главы муниципальных образований сдавали свои декларации о доходах и сведения о расходах в соответствующие органы местного самоуправления. С принятием этого закона они обязаны будут сдавать их в управление по противодействию коррупции аппарата правительства Ивановской области, и эту работу по проверке декларации возглавит губернатор